Жестокая бойня развернулась на заброшенной стройке в поселке Каменники Рыбинского района. По информации местной полиции, 53-летний местный житель до смерти забил своего знакомого. Перед этим мужчины выпивали. Следственным отделом по городу Рыбинск, Следственное управление СКРП Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следователями установлено, застолье переросло в ссору. Словесная перепалка продолжалась недолго. Началась драка. Подозреваемый между пальцами зажал связку ключей и нанес несколько ударов своей жертве по голове. Потерпевший упал на землю. Оказывать сопротивление он уже не мог. Однако избиение продолжилось. От полученных травм мужчина скончался. Его друг с места происшествия скрылся. Труп на следующее утро обнаружили случайные прохожие. Люди сразу обратились в полицию. Через некоторое время подозреваемый по этому делу был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Из материалов следствия известно, предполагаемый виновник событий к уголовной ответственности не привлекался, работал дворником. Вероятно, следующие несколько лет профессиональную деятельность придется вести на зоне. Георгий Колчин, Елена Масалова, место происшествия.